have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы в Роблоксе, и этот режим называется Арсенал. Это онлайн-шутер. Как вы можете посмотреть, что здесь происходит. Так, мы сейчас с вами выбираем карту. Пусть это будет, например, Hillside. Здесь можно выбрать режим вооружения. Можно взять из контрблокса, подтверждение убийства или стандарт. Давайте мы с вами возьмем контрблокс. Это типа Roblox и Counter-Strike. Вот, поэтому... Да, кстати, наша карта и выпала. Давайте в красную команду. Фишка в чем? Что мы ходим с оружием. Когда мы убиваем соперника, у нас появляется его оружие. Так, ребят, сегодня... К чему это я все? Инструкция, как правильно рачить, потому что онлайн-шутер это немножко не мое. К тому же, одновременно и говорить, и хорошо стрелять это невозможно. Опа, мне засчитали килл. Вот, ребят, короче, хотите поржать, советую вам дождаться... Нет, не этого дождаться. Советую дождаться, когда у меня будет снайперка. Вот, вот тогда начнется реальная ржака. Так. Как? Вот как я сейчас в него стрелял и не попал? Это что сейчас было? О, наконец-то. О, у нас Макс 7. О, не надо, не надо. Я белый и пушистый. Меня в уточку превратили. Нормально. Тут, кстати, да, есть прикольные убийства такие. Уточку. О, засчитали. Есть, поджарили. Поджарили. Золотой глаз! За что мне такая радость? О, ребят, револьвер. Арбалет. Ай-яй-яй. Во что вы меня превратили? Так, 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 по-моему, вот... Ого! Из-под стволки? Это вы что-то очень жестко тут что-то мутите. Спаун-кемперы! Так вас через так. Ладно, я до вас сейчас доберусь. Короче, ребятушки, я сразу вам скажу, что я адепт автоматического оружия и... Как вовремя иногда люди звонят, правда? Так, мы понеслись. До сих пор с арбалетом. Я не верю, что я кого-то убью из-за этого когда-нибудь. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А попасть не судьба? Вот, блин, хоть в кого-то. Ну, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, не надо. Не в меня, в смысле, попасть, ребят. Нормально, моя стрела забивает, но убийство не мое, короче. Ой, боль, страдания, арбалет. Знаете, я эту серию так и назову. Ой, я кого-то убил. Еще кого-то. Еще кого-то. Нормально, нормально, понеслось. Избавились от арбалета, жизнь пошла. Как говорится, и тут мы крякнули. Ну хорошо. Револьвер это тоже не предел моих мечтаний, так что... Так. Кого бы нам... Где бы нам... Зачем бы нам... 16 хп я не пойду, спасибо. Блин, они да ёпперес это. Фух. Кстати, а почему? Ладно, у нас сейчас этот револьвер, не снайпер, миротворец.
Давайте мы кого-то умиротворим немного. Да, и зарядка тут тоже не самая быстрая. Кто? Я вообще тут не это. Ах, вы ж мелкие. Нет, нет, нет. Ох ты ж. Техника правильного рокования в действии. То есть, если вы ищите себе гуру, как правильно сливать таточки, пожалуйста, приходите на наш канал, мы вам, смотрите, конкретно опишем, как нужно сливать таточки, как фигово играть, мы профессионалы, мы делаем это уже много лет. Вот как? Вот у него 31 жизнь осталась, как? А, я все понял, хорошо. Так. Я там видел кого-то. Нормально! Стигло в голову! Ты что за читак-то такой? Да, ребят, бомбить будем сегодня много, это нормально. Есть, кому-то мозгу вышибли. Нет! Так, ну круто. Смотри, синие победили, но младший Ладушек занял третье место в катке. Давайте предложим кофе. I'm having a cup of coffee. Does anybody want coffee? Because I'm having a cup of coffee. Anybody? Мы каких-то жалких 13 килов набили, но ладно, хорошо. Хух. Я набил вообще-то 27 килов. Ну, ты классно, да. Смотрите, ребят, есть Wild West, там только не автоматическое оружие с ручной перезарядкой, поэтому берем Team Fortress-овские билды. Team Fortress. Хорошо. А, ребята, даст выбрать. Идем в красную команду, потому что мы заранее договорились кооперативно идти в красную команду. Будем стараться попадать, чтобы все ладушки были в одной команде. Так будет. О, ты ж! Ух ты ж, нет, нет! Блин, он же почти сдох уже. 20 хп. Бэшит! Когда ты успел уже 3 килла нашибать? Вот что за человек? Ты моего добил! Точно, ты прав. Такой же человек будет так делать. Так делает только ладушка. Я снес чуваку 3 жизни, и мне засчитали килл. Ну, блин. Игра, что ты со мной делаешь? Где твоя логика? Перестань, пожалуйста, мне щекотно. Так, у нас сейчас это, шарикомет, да? Шарик! Метнись! За шариком. Так, а, вон, вижу перца синего. Сейчас мы пойдем немножечко умиротворим его. Есть, сняли. О, ребят, я говорил, настоящий ржак начнется, когда я получу снайперку. Я получил снайперку. Сейчас будет просто ржака у гарака. Это я тут буду сейчас просто неимоверно... Меня убила растишка. Растишка? Ты слишком много растишки выпил, тебя это убило. Ах ты мелкий. Он там, я знаю. Ох ты ж мелкий. Блин, зачем? Зачем я так делаю? Вот что... Так, кто-то на крыше бегает. Там красные наши на крыше. Наши в городе! Так. Летим сюда. Ну, как кемпер, нужно занять неплохую кемперскую позицию. Так где ее взять? Да я же ж попал... Ну, вот это ж... Знаете, есть такая это, категория людей, я ж мать. И есть такая категория, я ж попал. Такой, ну я ж попал! Вот, типа, да, такого. Аллилуйя. Уйди! Блин! Да, ты тут еще и свегать у меня будешь. Ах, ты ж мелкий. Ну иди сюда, иди сюда, иди, иди. У меня тут свежий свинец есть, я тебя накормлю немножечко. Да скорее лезь! Да скорее лезь! Меня на лестнице прибили, что за фиг... Ха-ха-ха! Теперь сам мучайся с этой винтовкой. О, у него ракетница! Ха-ха-ха-ха! А попасть в ней никак? Блин, ёпта, раз это... О, бой, блин, не кидал в него.
Есть. Что? Нет! Мне опять дали эту винтовку. Вы не можете со мной так поступить? Какого фига здесь происходит? Не хочу. Вы чё? Ребятушки. Найн. А, я только от нее избавиться. Это не есть честно. Так, ну дайте мне дробаш, дайте мне что-то человеческое. Я не хочу с винтовкой ходить. Не в этой игре. Я винтовки снайперские очень люблю. Но, блин, не в этой игре. О, там стоял чувак и вдруг решил раствориться, телепортироваться. Развоплотиться там, не знаю. Блин, это еще... Этот винтарик, он еще и не ваншотает. Только если хедшот, по-моему, тогда... Ну, с первого раза, а так... Знаете, хорошая эта идея прятаться за красными бочками или не очень? Пишите в комментах. Кто бы из вас согласился прятаться за красными бочками? Я. Bluetooth от Nokia. Оп-оп-оп, я тебя понял. Я не хочу! Very good. Ёпарасете, как я это только что сделал? Я убил чувак... Ай! Да. Ребятушки, благодаря великой и ужасной снайперке... Как я его не убил сейчас? А, потому что он уже мертв. Блин! Есть, добили. Благодаря... Ох ты ж, ёпта! Почему? Зачем? Снайперки, короче, у меня сейчас очень мало килов. Ну, еще, конечно, благодаря моей криворукости, врожденной. Есть! Нет! Один-один. Короче, только этого чувака снял, меня тоже сняли сразу же. Так, пойду-ка я вот сюда-ка. Короче, ребят, как видите, это карта Dust 2. Но фишка-то в чем, что она переделана под нужды этой игры. Она вся дырявая и кривая. Ой, спасибо, чувак, забил прям красиво. Прям по красоте сделал ты все. Что ты там стреляешь? Я тебе сейчас постреляю, блин. Дал царского пенделя, круто. Так, ладно. Ты упал на кого-то? Да, я упал на кого-то. Ты уверен, что его ногой убил? Почему здесь нельзя приседать? Минус два ножом. Минус два ножом. Ножом. Так, ну, те же самые 12 киллов. Красиво. У тебя 14, у меня 12. На этот раз у нас каточка была короче. Младшая ладушка у нас занимает третье место, что тоже круто. Но на этот раз у нас уже как бы немножечко меньше отставания. Первое место. Мне был пулемет. Хух. Пойдем на Sand Town. И у нас только стандартный режим на эту карту открыт. Сейчас пойдем на два игрока. Угу. Хорошо. Ой, кто выбрал офис? Кто те люди, которые выбрали офис? Я не люблю офис. Я выбрал. Блин, я не хочу еще и в синюю команду. А все уже зашли, да? О, я в красный. В офисе снайперка. Кто это? А, зачем? Ага, ваншотит. Меня ваншотит обычно, когда я со снайперкой. Вот, вот, я же сказал, что сейчас так будет. Два. Я тут сейчас считаю свои собственные трупики. Он уже два трупика моих валяет. Красиво. Есть. Ай, блин, мне из одной снайперки дали другую снайперку. Ну... Хорош так делать! Вот. Блин, сзади тебя же бежал, чувак. Как ты мог? Давайте поддержим этот выход. А там никого еще не будет. Мне еще с другой стороны сниму, да? Да, там еще никого не будет. Тут будут? Он мне сделал хоки вместо хоки. Куда ты побежал?
Блин, я это место пасу. Зачем ты туда побежал? Спасибо. Я один раз нажал, два раза нажал чиркнул, третий раз не успел. Так, 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 так. Снуперка, снуперка. Снуперка, это плохо. Блин, я не люблю кемперить, я не люблю ходить со снайперкой. Дайте мне какой-то автомобиль. А, я оружие! Я думал, вы все там вниз пошли. Кого фига они снизу-то вылазят? Ох, ребят, честно скажу, я не понимаю тех людей, кто в КС-ку гоняет со снайперкой. Я сам не умею. Наверное, я частично поэтому и не понимаю, да, почему так может произойти. Я вообще не люблю КС-ку. Я просто доставал это ружье полгода. Я даже не пытался из него выстрелить. Видели? Он такой, я его сейчас достану. Ой, это было... Стой! Вот потому что сзади! Я же сказал, стой. Так, ребят, сегодня просто день фейлов. Именно поэтому мы решили записать видюшку. Как бы, кто же будет удачные видюшки записывать, правильно? Записываем день фейлов. 2 килла. Есть! Как Ахиллеса в пятку убил. Просто в пятку размочил. Минус. Минус. Вот! Ребят. Маленький мальчик нашел пулемет. Нет, я не про то. Я про то, что я хожу с автоматическим оружием. И это у меня получается гораздо лучше. Это была эпичная схватка. Зачем вы мне дали снайперку? Пусть даже автоматическую. Я не хочу. Ах ты ж, ёпта, ты опять сейчас с этим ходить. Как можно из минигана убить в голову? Что останется с твоей головой, если в неё выстрелят из минигана? А если одна пуля? Стоп, даже одна пуля, они же громенные. Ну я бы, кстати, не сказал бы. Не перезаряжай. Зачем я перезаряжаюсь? Вон чувак. Я его вижу. Я вижу чувака. Ах ты! Да ну какой стороной-то? Ох. Тут все запущено-то. Да пройди ты! Фу. Ой, монтировка. Привет, Гордон. Давно не виделись. Не у меня. Чувака! Ой, мне это грисган. Сколько у тебя? 19 жизней! Не-не-не. Есть, минус 2. Иди сюда. У него 13 жизней осталось, их там трое, они валят в коридор сейчас. Не в коридор, в центр. Где? Вот, вот я. Ух ты ж. Ох ты ж. Что мне, зайки? Девчонка. Девчонка с челкой, девчонка. Та-та-там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 . Я за тебя отомстил. Чё ты? Я по-моему, проклят. На 12 киллов! Больше, чем 12 киллов за каточку я не набираю, да? Где те золотые времена, когда я набирал по 13? Слушайте, третья катка, картина зеркальная, маленький оладушек на третьем месте. Я с 12 киллами... Можем расходиться. Кофеечек кому-нибудь? Anybody? Who wants coffee? Anybody? Фух.
Не люблю агентство. Не люблю. Кстати, мы сейчас можем третий уровень получить. Давайте в штурм и давайте в стандарт, потому что я не хочу. А, и давайте на две команды. Можно, короче, выбрать на две команды или на четыре команды. На четыре команды творится такое мясо страшное. Причем, в чем фишка? Если ты попал в чувака, его добил кто-то из твоей команды, тебе засчитают килл. Но если его добил кто-то из другой команды, килл тебе не засчитают. Все очень просто. Так, мы начинаем с High Power. Кстати, та же пушка, с которой мы закончили прошлый уровень. Они сейчас полезут оттуда. Как таракани! Ну-ка. Здесь? Нет, не здесь. А где? А, вот. Здесь! А, вон там, что ли? ХПшка, восстановись, пожалуйста. Молодец. Я еще никого в глаза не видел. Ух, они так... Зачем я это сделал? С 1 хп! Ребят, смертельный номер. Делаем 15 килов с 1 хп. Мы уже не сделаем, ладно. Короче, да, точно все у меня все еще проблемы. Лю-лю-лю. Ох, это было сейчас красиво. Это тоже было неплохо. Он просто передо мной... А, я... Почему я не попадаю? Блин, я двигаю мышкой, она не двигается. Неужели ты... А, ладно, я понял. Я просто как стреляю... Вот, вот так вот стреляю в притычину. Где? Где они все? Минус. Два. Есть! Правда, я тоже взорвал смычок, а было минус... Минус 327. Почему я никого не могу? Вон ты убил не из гранатомета, не жалуйся. Вперед! Из граната кто-то, блин. Я не вижу, я тебя вижу, чувак. Не убил! Не убил, прикинь! Это как это вообще? Блин! На самом деле, Грантемер с четырьмя зарядами мне нравится немножко больше, не буду скрывать. Я вижу! Что? Что здесь происходит? Так, ладно, ребят, я там жаловался, что мне, что, типа, 12 киллов и больше не получается. Дайте мне мои 12 киллов. Так, тут, где? Тут? Что у тебя там, что происходит? Я тут, у меня тут ракета, не ракета, а ты это... Блин, вот зачем я так сделал? Ребят, каждый раз, когда я убиваю кого-то, я не убиваю там, у меня добавляется килл и забирается килл. Хорош тратить мои киллы! Я хочу убить кого-то! Минус! Блин, и после этого мне дают снайперку. Ну хорошо, ладно, тут, по крайней мере, со снайперкой хоть что-то можно сделать. Может быть. Сейчас. Я подумаю. Вы их там так жестко прям прессуете, прям, да? Ребят, у меня снайперка, ёпарасота. Я хочу убить кого-то. Но вы тут выжили с этой стороны, выжили. Снайперушечка. Минус. Минус. Ай, а третий меня минусанул. Двоих из снайперки хэдшотнули, а третий меня минусанул. Ладно, я тебя понял, они все там наверху. С ракетами! Вы не офигели?
Блин, у меня слон, я не хочу. Вот, вот это сейчас было. А-а-а! 11 киллов! И у этого чувака... Спасибо. А у меня 23. У этого чувака, у него оставался последний тычок ножом. Блин, как ящик открыть? Буква F? Или буква G? А, буква G открыть ящик. Мне тут подарок хотели подарить. Спасибо. Ценю своих поклонников, спасибо. Ошивку? Ачивку. Так, пойдемте, ну не знаю. Да, пойдемте в кэч, пойдемте в стандарт опять на две команды. Так, хорошо. Поехали опять в красную, стандарт. Что вы выбрали? Нет, да? А, нет, да, все, нормально, нормальная карта. Я уже испугался, что выбрали какую-то фигнюшку. Я обожаю играть на фигнюшках. Да, как бы фигнюшками они ж не просто так... Ай, там понял! Так, хорошо. У меня, кстати, ребяточки, убийство, когда я убиваю чувака, у него голова отваливается. Как бы я ему таким образом говорю, ах ты безголовый, ты дерьмо. Так. Хм. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нам засчитали килочек, кстати. Колочек, килочек. Вот. Получаем довольно неплохую пушку. Сейчас мы с этой неплохой пушкой будем тут долго обсираться, я знаю, но это уже другая история. Далее! Что делать? Дает! Дает справа, кто идет слева? Так, это ты, это тут, это там, это та-та-та, ту-ту-ту. А где они все? А где они все? Ты где, ты где, ты где? Ну-ка. Чекаем сзади. Ой, там я тут кого-то видел. Минус. Чувак не ожидал, наверное, такого. Ваш пи не поперл. А тут уже убили чувака. Ну хорошо. Погляди, сколько я людей убил. Да я-то вижу. Ай, сзади! С рогаткой. Чувиха с рогаткой. А каким образом, ребят, раньше что работало, типа, ты кого-то убиваешь, тебе дают его оружие, но тут меня убили и мне дали рогатку. Минус. А мне сейчас дали тег-9, да, тег-9. Так, надо 9 раз тыкнуть в человека, чтобы он помер. Тыг-9, так и называется. Да, так себе оружка, кстати. Ну что, там гасите кого-то? Давайте я тоже. Я заказывал людей, мне их не доставили. Алло, Алиэкспресс, да, я тут у вас заказывал 8 свеженьких мяса. Ой, привезли. Нет, ну минус 2 я уже сделал, все, поздно. Правда, я сейчас с люгером хожу, и с люгером я много минус стреляю, мне кажется. Так, разве что, вишенку на торте. Сзади, ёпперсете! Да сколько у тебя? 3 жизни осталось! 3 жизни! Это вообще как? Это... Я требую адвоката. Убейте, пожалуйста. Человек с 3 жизнями не может оставаться живым. Главное, я же ее видел за стенкой. Я мог подготовиться. Не засчитали? Да, не засчитали. Спасибо. Класс. Вот это сейчас. Wow, you blew his brains out. Ох, эту штуку nice. Носит без прицеливания. Ёпарасы-то. Если у тебя 11 киллов, он не а, у меня 11. Я ж стандарт, я ж делаю 12 киллов, и у меня ж челлендж. 12-киловый челлендж называется. Я не делаю больше, чем 12 киллов закатку. Хапастых. Хапастыч! Вот нет, ребят, вы не подумайте, я в него вообще ни разу не попал. Это чувак просто вот он каскадер. Он ходил и ловил мои пули. Да, есть такие, они прям вот. Такие бегают и прям зубами ловят мои пули, потому что я бы не попал вот так вот. Этот чувак реально ходил и ловил мои пули. Ай,
Это я зря вылез, это я сам уже знаю. Это специальные такие нано-патроны, короче. Стреляют сразу уже дырками. Зачем тратить деньги на пули, на всякое такое, если можно сразу дырками стрелять? О, попали. Ты убил его? Убил. Молодец. Я пошел сюда. 15 хилов. О! Я рассыпался на кусочки. Ты разбила мне сердце. Так. И вот сейчас у меня начнется скупа. Да, я это знаю. Тут убили. Убили. Где? Цыпа. Где? Какого фига? Я же на их базе. Что происходит? Где овощи? Овощи не завезли. Ай, блин, да, вот. Чувак пришел, ваншотнул меня. Вообще без... Как можно из тейк 9 в голову ваншотнуть? Ты, блин, что за супер человек? Ты мне? Нет. Меня убил чувак из тейк 9 в голову. Это... Есть, попал! Есть! Спасибо, засчитали. Да. Они где-то здесь. Истина где-то рядом. Ой, что? Это был мой килл, что за подтормаживание? Ёлки-палки, я тут с гризером хожу. Это не подтормаживание. На каком я GTA слушал, говорил? Это не подтормаживание, говорю я. Нет, это реально сейчас было подтормаживание. Убей! А, ну мне уже не засчитают, да, спасибо, блин. Ладно. Так, не-не-не-не-не-не-не, куда ты там 22 килла делаешь? Стой. Попал! И ни разу! Блин, все, я теперь понял, в чем фишка гризера. Гризган вот этот вот. Да, обожаю, когда в меня стреляют из него, потому что, видимо, тоже люди вот так вот вообще не попадают ни разу. Ух! Ну вот, да-да-да, я ему хедшот влепил на 50-очку, а чувак меня из люгера. Из люгера добил! Как му... Из люгера вообще фиг кого попадешь. Ну, хотя я вон попадал как-то. Серьезно? Я д... Мне дают пейсмейкер. Ну. Та-та-та-та-та. Че, какого я тут мира с ним натворил, с этим пейсмейкером-то? Оно в окно прыгнуло. От меня просто мясо ушло. Ой, да ладно. Из писмейкера можно кого-то убить. Поздравляю. Сзади. Вот сзади же сейчас будет, да? Нет, сзади ты. Почему я думаю, враг сзади, когда оборачиваюсь, сзади ты. Опа. О, нет, нет! Я ее убил. Не, ну я одного, и ты одного. Ой, ой, не! Ой, не-не-не! Ну, я ж про то же, что ты говоришь, что нет. Нет.
У чувака две жизни осталось! Две жизни! Чтоб тебя медведь топтал, две жизни! Его же не добьют, вот. От страха такой, короче. Неплохо. 26. Есть! Я получил свое родное оружие, сам не дай. ППшечка, моя любимая. Ну, как бы у меня просто скин лобстера. Есть. Ой-ой-ой! Почему? Блин, чувак, перед этим, почему ты меня гасишь? Ты мелкая ты гадость. А-а-а, я сейчас вернусь, и мстя моя будет ужасна. Кого тут кто гасит, я не понял. Офигеть, он взорвал и себя, и меня, и... Ах ты мелкая гадина. Иди сюда. Прикинь, я такой прыгаю, и мне такая ракета в лицо прилетает. Но... Покило, покило. Эй, покило, 3 кило, 2 кило, кто больше? А как я не попал сейчас? Как я не попал сейчас? Что это было? Нет! Я есть первый! Блютуз от Nokia, иди сюда! 32, ты не офигел? Почему сзади? Ёлки-палки, как меня никто не прикрыл? Я... мне этот чертов золотой люгер уже, блин, поперек стоит. И в нем два патрона. С ножа переключись на нож, нормально так. Вынь да положь. Блин, они с той стороны уже, значит, спавнятся. Интересно, этот... Как? Да кто? Почему? Так, я уже на третьем месте, идите нафиг. Да. Ну ладно, я на третьем месте, идите нафиг. 33 такие, 33 такие. Если победил один ладушек, то ты вместе с ним. А если два ладушка, то еще круче. Хорошо. Поехали опять. 25. Поехали на хиллсайд. Мы сегодня там были уже, но мне там не очень поперло. Я хочу еще раз, чтобы поперло. Мы разогрелись. И все будет круто. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, хиллсайд выбрали. Да, хиллсайд и план. Какие нафиг ножи? Забудь, ты че? Я еще не играл в ножи. И не поиграешь. Я хочу, чтобы это одинаково. Так, хорошее начало. Он нас двоих убил, у него 80... Как он это делает? Мы, короче, вдвоем с целыми хпшками подходим к чуваку, он нас убивает, у него остается 87 жизней. Что это за черная магия? Я хочу тоже такой овладеть. Ну, то есть... Кто тут гасит? Кто тут гасит, блин? Я тебе сейчас хоть подошу. Офигеть, это что сейчас было? Так... Ой, у меня этот карабин Спенсера, ёпперс, это все.
Карабин Спенсера, сразу вам скажу, ребятки, это не оружие мечты. Вот хотя бы поэтому, что я стреляю, блин. Оно не автоматическое, оно медленное, с медленной перезарядкой, с... Ну вот, я даже не успел второй раз попасть, ему 87. Я понял, что карабин Спенсера снимает 87. Ой, мне зачитали, кстати, убийство, кто-то мне помог. По крайней мере, я избавился от карабина. Кто? Все, я понял, где они. Пойдем. Там, короче, они втроем сидят и кемперят. Они внизу все, надо сейчас к ним пробраться. Это классно с М9, конечно, все делать, но ладно. Так. А, я все равно не смог. Я один, что ли, вижу, где они сидят? Почему? Надо как-то оттуда выкурить. Так, ребят, курение вредит. И слово выкурить используется исключительно в игровых... Мне достался пулемет! Убейте, убейте! Вот, все, спасибо. Но не зачитали? Нет, не зачитали. Я попал... Главное, в прошлой карточке, да, в фото прошлой, я попал чуваку на 3. И мне зачитали его убийство. Сейчас я попал чувака на 16. И никуда не зачитали. Он там по крышам, он по крышам. Так. Чувака с крыши убили. Так, осторожней. Он где-то здесь, не здесь, я не пойму, где он. Чем так здесь? Ай! Он с пулемета. Ну да, было без шансов. Фух, так, ребятки, надо сделать 12-киловый челлендж. Тут лагерь. Так, минус. Ай! А ничего, что я тоже из стороны в сторону хожу? А-на-на-на-на-на-на-на-на, хорошо, я вас понял. Оно такое прыгает и стреляет, блин. Пьем и снова писаем, чтоб тебе. А где? А, вон, а вижу. Да, самое то, убить меня из пистолета. Дуэль, короче, из пистолета и снайперки, и чувак меня из пистолета через всю карту убивает, я его со снайперки нет. Л, логика. Неужели это произошло? Так, оп-оп-оп, он там наверху. Не, он был на доме. Минус. Ух, не попадай в меня! Ха-ха-ха, другой попал, блин! Да. Я понимаю, потому что я с 15 килами. Минус. Минус. Я же вон был с 12 килами, но черт знает, в каком месте КБК, я знаю, что это потом. Пытался меня убить. Золотого люгера. Познай мою боль в прошлой катке. Золотой люгер, та еще какашка мама. Вот это было сейчас эпичнейшее. Чувак, короче, такой телохранитель выскочил.
попадать я не буду сегодня, не, короче? Всем по 22 понаразвешивал. Три чувака, всем по 22 понаразвешивал. Не убил никого. Та-та-дам! Да, это наш способ. Прикинь, на меня напало трое человек с золотым ножом. Все трое с золотым ножом? Да, все трое с золотым ножом. Реально ГГшечка. Что Макаров. Это такое? Так, ладно, ребятушки. И давайте мы, наверное, ну, мы 33 уровень сегодня сделали. Давайте еще одну каточку сгоняем. Завершающую, чтобы было красиво. Мы вот на бульваре не были. Ну, ой, не, Брик Баттл. Я не хочу давать стандарт. И на две это. Но я думаю, что бульвар не выберут, выберут Дизи. Ну, по крайней мере, посмотрите это на карту Дизи. Потому что мы сегодня на ней тоже еще не были. Тут много хороших карт есть. И я думаю, что в этот режим мы будем возвращаться не один раз еще. Вот. Но, как бы... Ой, двойные вулканы. Я не скажу, что это пушка мечты прям. Спасибо, мне сразу забрали. Ай! Вот это прилетело, так прилетело, кстати. Минус! Летит отсюда! Так, тут ничего. Ох, перечница. Стоп, это ты? Ты в синий? Ты в синий! Как ты мог, мелкий оладушек? Так, хорошо. Да-да, одну каточку играем против. Ладно, я не против сыграть против. Ой, блин, ты дигл у меня сейчас? Нет, это у меня сейчас дигл, я в смысле... Дигл, дигл, дигл. Есть. А что это за прыжки на... Чё ты читерс? Чувак запрыгнул, короче, на строительный, на этот, на строительный кран. Чё? Да, я тебе чё и говорю. Как я не попал сейчас? Как я сейчас не попал? Реально, смотри, стоит чувак на строительном кране. И гасит людей. Меня, кстати, он сейчас и убил. Да не, уже спрыгнул. Ух, неужели это случилось? Ты на кране? Я на кране. С помощью чего? А, ну вот, я понял. Что-то резко потеплело, да? Hey, я крыса, нифига! Я тут с самым честным оружием бегаю практически. Я тут, это, чуть ли не руками патроны кидаю в людей, а это крыса. Да иди ты нафиг, хорошо! Аааа, Бонни! Иди сюда! А попадать я не буду сегодня, мне интересно? Фух! А, кстати, у меня 12 килов, да, все можно остановить. Спасибо, да. Ну, ко мне забежало 5 человек, в общем-то, да. В этих человеках. Есть! Я нашел мобстера. Все. Ну, этот автомат. Есть.
Автомат Каташникова! Да я в другого стрелял, ну чё ты, ну как этот? Бля, а сейчас с 16 килами буду на последнем месте, смотри, как это делается. Летучее гузло. Я гузло? Летучее гузло, да, я слушай. Летучее гузло, потому что последнее, что видит твой противник, как твоя попа приземляется ему на лицо, это серьезно. Ай, да. Ладно, ребятушки, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что пришли посмотреть, как мы тут немножечко рачим, как мы тут немножечко ржем, как мы тут все-то сейчас проголосуем. Нате вам Wild West на 4 команды. И сам не буду сюда заходить. Вот. Короче, ребят, приходите на следующие серии. Заходите в этот очень веселый режим. Как вы видите, тут творится безудержное веселье, если так это можно назвать. Вот, поэтому ждем вас. Хотите, приходите с нами. Анонсы всех наших дальнейших коопчиков и всякого такого можете найти в нашем твиттере, который будет в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте новости. Вот, мы вас ждем в дальнейшем. Пока что. Всем удачи, всем добра, бобра и оладушек. Кстати, да, не забывайте всем оладушек и всем покеда.